Знакомьтесь, это Софья и Дарья Сагатовы. Несмотря на то, что большинство друзей и близких воспринимают близнецов как единое целое, сестры называют себя двумя полушариями мозга. Даша анализирует, Соня действует. И так рука об руку с самого рождения. Пока я рожала Дашу, я постоянно видела Софье глаза. То есть я вот голову поворачиваю в бок, и я вижу, на меня два шарика смотрят, два глаза, и просто вот смотрят мне вот с глаза в глаза. Только принесли Дашу, положили по другую сторону, она отвернулась к ней. И вот они буквально вот сплелись, вот в каких-то вот у них ручки вот так между собой сплелись. Ну, удивлялись тогда в тот момент все медперсонал, все доктора, все смотрели, говорили, посмотрите, что значит рождение близнецов. С первых дней жизни девочек мама поняла, между ними существует тесная связь. Сами сестры особенной магии не чувствуют. А версия о том, что у близнецов должны быть одинаковые родинки, в их случае главная отличительная черта. Всегда спрашивают, кто из вас Соня, кто Даша, как вас различать. И мы такие, вот, усы и родинка. Меня всегда по родинке различают. Так и часто говорят, типа, нужно сейчас запомнить теперь, у кого родинка, у кого нет. У Сони находится на шее, а у меня нету. Вот, у меня на носу есть родинка. Секрет у вас есть друг от друга? Нет, мне кажется, нету. Мы друг для друга как, не знаю, как дневник. Я Даше все рассказываю. Все вот как есть, потому что мы, можно сказать, как дневник друг друга. Еще одно предположение, что близнецы и мыслят одинаково. Мы попросили девушек по очереди ответить на одни и те же вопросы. Чай или кофе? Чай. Чай. Черный или белый? Черный. Белый. Туфли или кроссовки? Туфли. Кроссовки. Отдых активный или пассивный? Пассивный. Пассивный. Лучший город на земле? Санкт-Петербург. Ханты-Мансийск. Любимый стиль музыки? Поп, наверное. Поп, наверное. Любимое время года? Мне вообще все времена года нравятся, я не могу выбрать. Ну, наверное, лето. Лето. Я живу в этом мире для? Для того, чтобы приносить людям пользу. Людей. Пожалуй, это главное совпадение из пяти. И оно подтвердилось еще одним экспериментом. Мы попросили каждую из сестер нарисовать свою мечту. Обратите внимание, обе держат фломастер правой рукой, а это разрушает еще один стереотип о том, что кто-то из близнецов обязательно левша. Даша и Соня совсем не удивились, что нарисовали одно и то же. К своей цели идут вместе. Девочки учатся на терапевтов в Ханты-Мансийской медакадемии. Учеба, конечно, сложная, но тут главное не лените. У нас многие спрашивают, а вот вы подменивали друг друга там в школе, на каких-то контрольных или, допустим, вот на экзаменах. И мы всегда отвечаем, что, наверное, скучной жизни, но мы никогда не подменивали друг друга. Я не знаю, с чем это связано, но, возможно, это связано с воспитанием. Они категорически, я думаю, что разные только потому, что делится одна яйцеклетка, и это, получается, это мог бы быть один человек, а из этой одной яйцеклетки два человека сформировалось, две души, два человека, два характера. Как левая и правая ладонь, при этом с разными отпечатками пальцев и разными линиями судьбы.